Тут отношения как бы прибалтам не очень дружелюбные, да. Вот, и мне как раз хотелось приехать в Москву и вот посмотреть, вот, как это в самом деле. Все уже как бы едут в Запад учиться из Латвии, да, ну я как бы, ну, потому что мне как бы нравится делать нетрадиционные вещи, что-то против всяких течений, ну, я подумал, а почему бы и не ехать в Москву? Я вас уважаю, Юрьевич. Я вас очень уважаю. Это классная работа. Ну, главный критерий, даст ли мне МГУ что-то или нет, но это будет потом, когда я кончу, и оценит ли это кто-то или нет, возьмет меня на работу, не возьмет. Был, я думал про себе, вот как меня тут воспримут, да, но в принципе, ну, когда приехал, ну, люди того круга, в котором я как бы обращаюсь, да, ну, очень хорошо приняли и очень дружественно, я ничего плохого не могу сказать. Ездили на гастроли в Ригу, и с тех пор у меня случалась любовь к этому городу. И я себя там чувствую очень комфортно, несмотря на то, что, казалось бы, это другая страна, другой язык. Эта поездка дала мне возможность посмотреть на Латвию со стороны. Меня привлекает, конечно же, сам язык. Несмотря на то, что я его не знаю, мне очень нравится, как он звучит. Русский язык дает большую возможность коммуникации, поиска информации, учебной литературы, ну, так называемых постсоветском пространстве. Очень хорошо, очень хорошо. Или палец, или слова. Прекрасно, прекрасно. Я бы сказала больше половины русских. Ну, по разным причинам они сюда пришли. Через друзей, просто они любят музыку и как-то вот пришли на наш концерт, например, послушать, им понравилось, решили остаться. У кого-то, может быть, есть такие, которые замужем, за латышом или женаты на латышском. Ну, с Олесей мы познакомились на фестивале языков год назад примерно. Она изучала латышский язык в курсах латышского культурного общества, которое действует в Москве. Сначала мы поехали на ВДНХ, показала фонтан, где все представители стран СНГ и стран Балтии. Система ценностей очень похожая, да, она тоже ее там не интересует, вообще там какие-то шмотки, бренды, они там вообще не волнуются об этом. Ну, он очень правильный, мне кажется, человек. Все так очень скрупулезно ко всему подходит. Может быть, немножко медленно, латыши такой народ, то медленно впрягает и медленно едут. Несмотря на то, что русские медленно впрягают, но быстро едут. Разница в темпераменте, потому что русские больше, более открытые, более эмоциональные, а латыши более такие скованные и тихие, не настолько эмоциональные. В нашем мире, ну, доверять, но проверять надо. Вот, ну вот проверку вроде как проходит или прошел уже. Мы очень скоро поняли, что мы как будто сапога одной пары или как рука с перчаткой. Очень часто как-то все меняется. Ну, так вот, сейчас сказать, какие у меня планы. Ну, никаких планов нет.